Наталья Сухорукова, 34 года. Стаж вождения 11 лет. Является заядлым автовладельцем. Участник конкурса «Автоледи Оренбуржье 2012». У меня автомобиль очень много влияет. Я с утра выхожу, я сажусь в автомобиль. Он мне доставляет наслаждение вот, управления автомобилем. Это ну, очень много для меня, значит, автомобиль. А у тебя есть в городе место, которое, может быть, дает тебе покой, или с детьми, с подругами куда-то часто ездите? Ну, такое место, да, у меня ребенок, вот 6 лет, дочке Виолетта. Ну, вот с ребенком часто бываем в тополя, ездим в парк. Давайте отправимся в тополя, значит. Давайте. Pra televisão, eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo. Какую музыку ты предпочитаешь слушать за рулем? За рулем предпочитаю слушать музыку. Мне очень нравятся итальянцы. Вот, нравится. Ну, дискотека 80-х, вот люблю. Прям если по радио какую-то такую ловлю волну, то прям... Что-нибудь веселенькое, да, такое, да? Особенно с утра, когда вот мы садимся в машину с дочкой, то обычно происходит, потому что я ее сначала завожу в садик, и она меня даже просит: мама, погромче, мы с ней. Кстати, про громкость. Насколько громко ты любишь слушать музыку? Громко. С вами были Наталья Сухорукова, Ксения Котова, Александр Ванын, специально для Геометрия ТВ. Como Deus quiser.